Приветствую вас, дорогие мои голубушки. Приветствую вас, дорогие мои сударыни. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на июль 2020 года для знака Козерог. Так что, девочки, кто родился под этим знаком, этот расклад для вас. Для прогноза я буду использовать 4 колоды. Это колода Таро Уайта, колода Таро 78 дверей и колода Таро Иллюминатов. И в стороночке вот у меня еще Оракул Затмения. Итак, давайте приступим. Спросим колоду Таро Уайта, какой фон месяца ожидается в июле, какие неожиданности у вас ожидаются, ну и какие могут появиться у вас тайные замыслы, тайные дела. Итак, что нам скажет Таро на наши вопросы, как ответит? Фон месяца. Неожиданности какие у вас могут быть ожидать. Так. Какие тайные дела, какие тайные мысли, какие тайные замыслы могут быть у вас появиться в июле? Что мы видим здесь, девочки? Ну, во-первых, фон месяца у нас колесо фортуны. Колесо фортуны говорит о повторяемости каких-то событий. Возможно, что-то вернется из прошлого. Какое-то событие или какое-то обстоятельство, или какая-то ситуация, или какой-то вопрос. Вот. Также колесо фортуны может проиграться для кого-то и какой-то удачей. Да, все-таки не зря же его назвали, эту карту, фортуна. Так что вполне, девочки, накроет вас какая-то удача. Что касается неожиданности, здесь у нас выпала карта маг. Вот такое ощущение, что в ваши дела вмешается человек, который будет преследовать свой интерес. Да, девочки, свой интерес, меркантильный интерес. И вполне возможно, что его интересы могут идти в полный разрез с вашими. Вот. Не исключено также своего рода махинация какая-то со стороны этого человека. Использование вас. И это тоже может быть. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны к разным предложениям. Обращайте на них внимание. Обращайте внимание на слова, особенно слова лести. Потому что человек по магу, он специалист по манипулированию людей. И способы, и методы у него абсолютно разные. Он также может и лаской завлечь какими-то словами, словами лести, одобрения якобы, и вас на что-то подтолкнуть. И это именно будет выгодно для этого человека, но может быть невыгодно для вас. Для кого-то, знаете, может этот маг проиграться в буквальном смысле, что вы какими-то магическими практиками будете заниматься, девочки, да. Либо столкнетесь с человеком, который занимается этим. Уж для чего вы столкнетесь с ним, сложно сказать. Может, заказ сделаете, может быть, учиться чему-то у него будете. Тут, как говорится, может, просто чисто случайно разговор зайдет о таких вещах. И для вас это будет неожиданностью. Может, вы об этом никогда не задумывались, и для вас это будет как открытие. Вот. Тайные дела. Здесь у нас выпала дама пентаклей. Ну, во-первых, тайные дела будут однозначно связаны с финансами. С какими-то, возможно, делами финансового характера. Это может быть и в бизнесе, это может быть и в семье, и это может быть и на работе. То есть в любой сфере жизни вы можете что-то задумать. Но цель вашей задумки, вашего тайного дела, она будет именно связана с деньгами. Либо с их накоплением, либо с их получением, либо какую-то сделку собираетесь провернуть. Ну, так как у нас еще дама пентаклей показывает женщину хозяйственную, такую хозяюшку, то вполне возможно, что ваши тайные замыслы связаны именно со своей семьей, со своим домом, с жильем, ну, как-то вот в таком житейском плане.
Но пока вы это не озвучиваете, свои хотелочки окружающим, ну, возможно, для этого есть какие-то причины. Может быть. Может быть, просто не хотите сглазить. Бывает и такое. Так, давайте дальше. Посмотрим по событиям. Может, как говорится, у нас карты расскажут. Карты покажут вот это влияние вот этих карт на события ваших в главных сферах вашей жизни. Итак, какие события в деловой сфере вас ожидают? Какие события ожидают в финансовой сфере? А как сложатся отношения с партнером, который у вас уже есть, друг старый, как говорится, или муж гражданский, или в официальном браке. Как сложатся отношения с любовником? Вот это, девочки, у кого есть и постоянный партнер, да, и еще на стороне есть любовник. То есть, ну, бывает такое, бывает. Так вот, как сложатся отношения с этим мужчиной, который у вас на стороне? И какие события в личной жизни ожидаются у свободных козерожечек? Отлично. Итак, что у нас вышло? Давайте будем смотреть. События в деловой сфере. Ну, десятка мечей. Карта, конечно, не айс. Она не вносит оптимизма, с одной стороны. Но, с другой стороны, она говорит об острых ситуациях, об острых каких-то обстоятельствах, которые нужно решить, понимаете? Вот именно нужно решить. Причем решить обдуманно, использовав и информацию, и, может быть, даже и специалистов, знающих специалистов именно, ориентирующихся именно в этой сфере, в которой у вас проблема. Но плюс в этой карте еще какой? Что в принципе, девочки, это дело уже подходит к концу. То есть появилась надежда на то, что это закончится благополучно. И это скоро закончится. То есть идет своего рода процесс выздоровления. Выздоровление ситуации. Выздоровление проблемы. Также карта может проиграться у кого-то как окончанием каких-то связей, окончанием каких-то дел. Ну, например, увольнением, например, банкротством предприятия, например, если кто-то дома занимался какими-то делами, может быть, ремонтом, то заканчивается ремонт. Возможно, что он шел тяжело, то денег не хватало, то мастера подводили, которых вы нанимали. Вот. Может быть, возникли какие-то спорные моменты юридического характера, судебного характера. И вот это все приходилось очень напряженно решать. Это очень болезненно было для вас. Да, оно будет еще, эта ситуация будет иметь место в июле месяце, но это уже будет заканчиваться. И вы это будете понимать, что осталось еще чуть-чуть, еще немножечко, и вы порешаете этот вопрос. То, что вы его порешаете, в принципе, смотрите, королева Пентакли, дама очень серьезная, очень знающая, и она любой вопрос может порешать, абсолютно любой вопрос. Только нужно время, понимаете? Нужно время и выполнить определенные шаги, которые, ну, скажем так, для вас не очень приятные, для вас болезненные, для вас представляют какую-то тяжесть, что ли, выполнение. Но, тем не менее, процесс идет и виден уже исход, результат ваших действий. Да, может кто-то уволиться. Вот по поводу тех, кто ищет работу, если, то здесь, конечно, карта не говорит об трудоустройстве именно в июле месяце, но она может говорить о том, что у вас уже идут собеседования. И эти собеседования, они, ну, тяжело для вас даются, тяжело. Может от того, что
работодатель слишком придирчиво к вам относится, может быть, каким-то другим, что-то вас не устраивает, и поэтому, может, вы недополучаете информацию об этой фирме, или наоборот, получаете информацию, которая не очень вам нравится. Но, тем не менее, процесс собеседования идет, и вполне возможно, что в следующем месяце вы найдете работу. То же самое по бизнесу. Десятка мечей может говорить о том, что вы выходите из какого-то тупика. Но это особенно касается тех, кто был на карантине закрыт, и надо восстанавливать вот этот. В июле месяце, я думаю, что, скорее всего, разрешат работать всем бизнесам, ну, по крайней мере, большинству. То вот восстановить бизнес и восстанавливать ли его, это тоже большой вопрос. То есть, да, нелегко будет, нелегко. Опять же, если смотреть на фон месяца, здесь у нас колесо фортуны, как я уже сказала, что может возникнуть что-то из прошлого, может вернуться какой-то вопрос на доработку или на доделывание, какое-то дело вернуться, вот, то вполне возможно, что вот у кого-то этот процесс, у кого-то этот момент может возникнуть, именно такой. Возвращение к чему-то. Еще, знаете, такое идет ощущение, что, возможно, у вас была какая-то недоделка, что-то вы упустили, что-то вы или сделали не так. Да, где-то, может, напортачили, где-то что-то нарушили. Это я вообще говорю о деловой сфере, не конкретизируя ни работу, ни бизнес или что-то. Вот. И вот колесо фортуны, фон месяца, он говорит, что пришло время, когда это откроется. Время, когда придется, может быть, отвечать за это. Может быть, доделывать, переделывать, доказывать, почему так произошло. Ну и получать своего рода наказание. Да, своего рода наказание. Так что отнеситесь внимательно к своим каким-то вот погрешностям в прошлом периоде. В деловой сфере я имею в виду. Что касается финансов. Здесь у нас выпал рыцарь чаш. Да, с финансами тоже не все так просто. Не исключено, что возникнет проблема, что делать, как поступить. Тратить ли на это деньги или оставить на другое. Как растянуть финансы, участвовать ли в какой-то сделке, продавать или покупать. Все это возникнет из-за того, что вы не совсем видите конечный результат. А что же там будет все-таки по итогу-то? Своего рода такая, знаете, обеспокоенность, получится, не получится, правильно я делаю, неправильно делаю. А вдруг что-то я вот сделаю не так? Также может быть беспокойство, конечно, о получении денег. Ну, может быть, от должников, может быть, от работодателя, клиента. Что-то он, видите, он тянет что-то вам, как говорится, волынку поет, непонятно о чем, непонятно как, и конца и края этой волынки нет. Вполне возможно, что рыцарь чаш, он как раз и описывает человека, который, ну, можно даже сказать, даже водит вас за нос. Он и сам, может, не знает, что ему делать. Может, действительно, у него этих денег и нет для возврата, но сказать впрямую он побаивается, потому что не знает, какая будет у вас реакция, а вдруг там, как говорится, потом последствия пойдут. Может такое быть. Также по рыцарю чаш вполне возможно, что кто-то будет ожидать поступлений каких-то, да. Не обязательно там зарплаты, там дохода чего-то, ну, поступление каких-то денег. И вот это ожидание, оно может затянуться в этом месяце и может даже перейти на следующий месяц. Либо вы не решаетесь что-то сделать, не решаетесь надавить, не решаетесь сделать какое-то телодвижение, что ли, предпринять какие-то действия, причем решительные действия, чтобы продвинуть этот вопрос.
Да, будут неясности. Неясности, конечно, в этом вопросе. Ну, в принципе, может, знаете, что еще? Опять же, возвращаясь на фон месяца, колесо фортуны, может быть, какие-то обязательства на вас вернутся. Да, какие-то платежи. Может, вы рассчитываете, что в июле вам не надо было их платить, но ситуация развернется таким образом, что вас поставят перед фактом, что надо, надо, и вот и встал вопрос, а как это сделать, так как вы не планировали, у вас ресурсов, денежных ресурсов даже для этого нет. Ну что ж, опять же, ссылаясь на даму Пентаклей, девочки, вы все равно найдете выход и порешаете эти вопросы однозначно. И опять же, еще по магу, карта маг, она говорит, что вполне возможно, что вам даже в этом вопросе помогут. Поможет знающий человек, причем неожиданно для вас даже поможет. Теперь посмотрим, что у нас в отношениях. Для тех, кто в паре, колесница выпала. Ну, отношения, можно сказать, бурные будут. Стремительно будет назревать, ну, у кого-то может быть конфликт, у кого-то может быть неожиданное выяснение отношений, неожиданное появление претензий как с вашей стороны, девочки, к своему партнеру, так и со стороны партнера, может, вполне возможно. И все это будет завязано на каком-то интересе. Ну, может быть, типа, кто в доме хозяин, вполне возможно, либо чтобы не расслаблялся. И вы выставите ему определенное требование, или пришло время, скажем так, пришло время выставить эти ему требования, потребовать именно то, что вы хотели. Ну, может быть, это связано с именно какими-то аспектами самих отношений, а может быть, не обязательно, может, это и какие-то денежные интересы вмешались в ваши отношения с партнером, такое тоже бывает. Но можно сказать, что вас ждет, конечно, на этом поприще победа. Вы своего добьетесь, вы выручите эту ситуацию. Ну, в принципе, сомневаться не приходится, потому что у вас тайные-то замыслы по даме Пентакли, а дама Пентакли, она не шутит. Если она чего-то решила, она этого добьется однозначно. И самое интересное, что она знает, как это добиться. Поэтому, девочки, вас ждет триумф. Что бы вы ни задумали, вас ждет триумф. Июле месяце. Ну, чего не скажешь, конечно, про девочки, про тех, кто имеет любовника. Отношения ни шатка, ни валка. Похоже, они уже вам надоели. По четверке чаш как-то или наскучили, или что-то вас разочаровал ваш этот любовник, либо какие-то другие причины. Может, ожидания были совершенно другие. Вот. Может быть, этот товарищ тянет резину, не предпринимает каких-то решительных действий. Но идет остуда. Остуда – такое ослабление отношений. Может быть, даже да, охлаждение своего рода. Может, каждый как-то замкнется сам в себе, и вы замкнетесь, и ваш партнер замкнется, или кто-то из вас, и, в общем-то, такая тупиковая ситуация, а что дальше – непонятно. Ну, июль закончится, там может все разъясниться. Может быть, это по вашей причине все-таки требования у дамы Пентакли к мужчине-партнеру очень даже серьезные. И ожидания, естественно, серьезные. И получается, что не получив, извините за тавтологию, не получив этого от мужчины, вы просто-напросто решили, что ну не мой это полковник, не мой это мужчина. Свободные козерожечки. Ну, у вас, конечно, по даме жезлов очень даже все интересно. Вы либо заняты своими делами и совмещаете дела личные. Я не исключаю, что у вас могут появиться новые знакомства, может появиться флирт. Вот, если вы захотите, понимаете, тут вы сами решаете. Вот как вы решите, так и будет. Опять же, ссылаясь
на ваши тайные замыслы. Если у вас появится мужчина, который будет соответствовать вашим требованиям, то вы мимо не пройдете. Вы сделаете все, чтобы его взять в оборот, и он будет вашим. Но, тем не менее, июль месяц, он не будет сконцентрирован только вот на личных делах, на поиске партнера, на устраивании любовных отношений. Нет, вы будете всем заниматься за раз. Вы не бросите свои остальные дела. Нет, ни в коем случае. Это у вас в приоритете. Мало того, что вы очень практичны, но у вас еще и куча идей, куча замыслов, куча дел, которые нужно сделать. Причем за раз иногда даже. Поэтому здесь у вас все нормально. Как решите, так оно и будет. Так, идем дальше. Спросим колоду иллюминатов. А что уйдет и что придет в июле месяце? Что уйдет и что придет в июле месяце? Итак, что уйдет в этом месяце? И что придет в этом месяце? Что уйдет? Туз мечей. Ну, туз мечей всегда говорит о каком-то остром моменте, острой ситуации, остром обстоятельстве или о какой-то новой идее. Так вот, эти моменты уйдут в этом месяце. Вы порешаете все острые ситуации, вы получите идею и ее дальше уже запустите на анализ, на обработку. А может, просто откажетесь от нее. Это вот, знаете, своего рода мозговой штурм. Да, вы его проделали, вы его совершили, получили результат от него, и, в принципе, на этом дело и закончилось. Что придет? Шестерка жезлов. Карта победы, авторитета. Карта, которая говорит, что вы получите свое. Ну, в принципе, в этом я и не сомневалась все-таки. Посмотрите, фортуна. Пришло время свершения. В том числе и удачи, фортуны. Вот. Плюс ваши замыслы. Вот они, пожалуйста, все ваши замыслы, тайные дела, они свершатся. Разрешатся, естественно, и проблемы на работе. Какие-то моменты, которые вас тревожили, волновали, заставляли думать, думать и еще раз думать. С финансами разрешиться. Все-таки меня эта карта очень-очень радует. Она говорит о том, что переживать нечего. Июль сложится для вас так, как вы этого захотите. И в отношениях, даже с любовником, как говорится, тоже порешаете вопрос. И личную жизнь устроите, если вам это надо. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Давайте теперь спросим совета у оракула затмения. Что вам посоветует оракул затмения? Вот еще, знаете, вернусь. Кто ищет работу, я говорила, что собеседования будут тяжело идти. Но по итогу вы все-таки найдете себе работу по шестерке жезлов. И с бизнесом проблемы все порешаете, которые могут возникнуть. И с другими делами. В любом случае вы все равно все порешаете. По итогу вы добьетесь своего. Вообще эта карта, конечно, очень созвучна с колесницей. Особенно в отношениях. Вот. Видите, у вас какая цель что-то от своего партнера добиться. И вы, похоже, действительно своего добьетесь. Хорошая карта, очень позитивная. Меня она всегда радует. Если выпадает шестерка жезлов, значит все. День удался или месяц удался, или дело какое-то удастся однозначно. Итак, какой совет нам даст оракул затмения? Гроб. Ну, не пугайтесь, в обморок не падайте. Это, как говорится, еще ни о чем не говорит. Оракул затмения советует вам похоронить
похоронить то, что для вас несущественно, забыть, окончательно отказаться от того, что может вам принести вред, или от того, что для вас на данный момент невозможно. Просто вот захлопнуть, как говорится, крышку, и все. И отойти от этого дела. Это может, конечно, касаться и отношений, или может каких-то рабочих моментов, особенно вот кто собрался увольняться, или закрывать бизнес, или какое-то дело стопорится. Все, отказываемся и забываем. Увольняемся и ищем что-то новое. Или, допустим, вот кто недоволен своим любовником, мужчиной на стороне. То же самое, недовольна, все, уходи и забудь. То есть вот такой подход советует ко всем проблемам, к делам, отношениям, которые для вас токсичны, вредны, ну, соответственно, не приносят вам никакой пользы. Вот такой прогноз получился на июль, девочки. Что получилось, то получилось. Мне остается пожелать вам только здоровья крепкого, удачи. Ну, не зря же вам фортуна. Пусть она к вам придет, пусть она в июле осветит все вам прямо. Вот. Во всех ваших делах будет у вас присутствовать фортуна. Ну и будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале.